Здорово, братишки, приколитесь, у нас воду отключили, и горячую, и холодную. Я не знаю теперь, как помыться, блин, вообще не знаю, как зубы почистить, не знаю, как вообще чайник вскипятить. Вот, а вот, ну, зато какой. Самолюбование, нарциссизм и все остальное. Короче, начинаем день. Друзья, у меня есть вот такая штука, это называется весы. И сегодня я пойду и взвешу тот блин на турнике и брусьях, который я давно хотел взвесить. Многие уверяют, что он весит меньше 10 килограмм, но я думаю, что он весит 10 или больше. Посмотрим, кто прав. Я надеюсь, я прав. И еще я сегодня попробую взять мини-мешки с сэндбэга и набить их камнями, галькой. И будет, короче, 30 килограмм у меня. Поехали на тренировку! А перед тем, как уехать на тренировку, я хотел сказать, что сегодня я попробую подтянуться на максимум с тем весом, с двумя колесами. Я уже занимаюсь 3 недели с весами, и должны увеличиться мои силовые показатели. Я мог сделать всего лишь 5 раз, только 5 подтягиваний. Сегодня мы попробуем 8-9 сделать. Поехали! Смотрите, что с колесом. Ему скоро задница. Сегодня, на удивление, довольно хороший день. Солнышко, тепло. Градусов 25, наверное. Короче, сейчас измерим. Пришли. Оп. Оп. 8,5, около 9, короче, получается. Короче, в общей сумме эти два колеса весят как раз 25, как я и говорил, это и то. Так что все четко. Может, даже немножко побольше. Сейчас попробую подтянуться больше хотя бы 7 раз. Потому что 5 в начале было раз, хотя бы надо 8-9 подтянуться. Помните, я говорил про хорошую погоду? Уже дождь идет. Нарва. Итак, пока не пошел ливень, очень сильный, уже дождь начинается. Мы сейчас попробуем подтянуться где-то 8-9 раз. Потому что в начале я мог подтянуться максимум 5. Бля, ты так выглядишь, как будто бы в труханах пришел, короче. Да, блин, это есть труханы, детей пугать. Вот там ребенок уже уезжает. Ты его испугал. Короче, 10 раз, было в начале 5, увеличил на 5 всего за 3 недели. А вы там до сих пор сидите на диванах и пишете всякую херню в комментариях. Так, теперь Слава сейчас пробовать будет. Хрен. Интересно, побьет мой рекорд, нет? Не побью, но я буду стараться. Не дай бог побьешь мой рекорд 10 раз. Сейчас посмотрим. Но я натренируюсь, я еще больше сделаю. Но если он с весами дальше будет работать, то он сделает так же, как и я. А я буду, в свою очередь, продолжать и сделаю 15 потом. 15! Скажи, ты подписчик? Да. Все, давай. Сейчас да. Подписчик будет показывать, как он бомбит. С колесами будешь бомбить? Не знаю. Вон, видишь, на одну вышел, красава. А сколько тебе лет? Мне 12. 12, а мне 11. Но ты молодец все равно. Не, ну не в этот раз, брат. Сейчас еще накидаем 15 килограмм камней вот сюда, в маленький сэндбэг. И будет у нас 40 килограмм. Попробуем с ракетом сделать. Так, здесь у нас 40 килограмм. Сейчас будем бомбить с ракетом. Ребят, сейчас мы будем пробовать 40 килограмм и делать за 2 минуты максимум повторений, сколько получится. Слава, начинаем. Это сложнее, чем кажется. Ладно, короче, челлендж отменяется. За 2 минуты он 3 сделал. Да? Да. Вот, сейчас я попробую. Да. 2 минуты. Ну а что, 2 минуты? Дотянуться бы еще. Все нормально, давай. Еще? Да, давай, ебаш. Блять.
Я попробую по три делать. Ну давай попробуй. Ну уже три чистых есть. Слушай, это новый рекорд. Ну, во, дожал. Шесть, найс. Слушай, ну времени у тебя еще навалом. Думаю, до 10 ты точно дойдешь. Сейчас шреддера побьем рекорд. 40 килограммами. Шреддер, держите. А, блин, я только ноги отбиваю. По-моему, здесь самое опасное — это ноги. Ну как-то... 7. Ну как-то да. Слушай, 7, а у тебя уже меньше минуты осталось. Блин, рекорд шреддера не побьем. Ну не повезло. Тут просто это, солнце светит. Да. Всякая фигня. Комары всякие, мошки. Только что дождь был, турник скользкий. Что еще? Пот течет. Какие еще можно это, да? Музыка не кочевая. Вообще не качаю. Говно хоть поставил. Сколько там минут? Ну, 25 секунд. Ну, ладно, 8, допустим. Не, больше не потянусь. Короче, 8 на 5 больше, чем Слава. Это уже хорошо. Друзья, сейчас я буду увеличивать опять свои силовые. Еще сделаю пару подходов, потому что уже сделал с 25 килограммами 40. Еще с 25 2 подхода сделаю. И через 3 недели я сделаю 15 раз, обещаю. Это было сильное заявление. Ну, посмотрим. Короче, жестко с меня пот. Просто как будто я в бане. Ручьем, ребят. Не верьте ему, это не из-за того, что он работает. С меня тоже ручей, я просто на солнце стою. Он вам врет. Посмотрите на его спину. Она широкая, его пекет просто, как я не знаю кого. Врет он все. Итак, рассказываю, короче, секрет успеха, как увеличить силовые. Что я делал? Я занимался, подтягивания делал, короче, 2 раза в неделю. Сначала я начинаю всегда с обычной разминки, просто обычная разминка, там махи всякие и так далее. Потом я подтягиваюсь 2-3 подхода просто без веса, потому что если с весом, то это очень травмоопасно, особенно если 40 килограмм. Потом я беру половину веса, где-то 15 килограмм, подтягиваю с ним 2 раза. И потом я уже беру 25 килограмм. И потом на следующий уже беру 40. То есть вот такая вот идет прогрессия. Никогда не берите сразу же 40 килограмм, потому что порвете себе бицепс или что-то такое и будете мучиться целый год с этой фигней. Короче, вывод такой: тренируйтесь 2 раза в неделю подтягивания, чтобы мышцы заживали, не тренируйтесь каждый день, и нужно делать где-то 6-7 подходов во всей сумме, то есть без веса, с весом и с максимальным весом у вас где-то должно получаться 7 подходов, а мы продолжаем. Я делаю, пока у меня мышцы просто не начнут отказывать уже. Вот, большим весом где-то 15 плюс 25, 40, сколько, 30 килограмм, да, получается, 30? Ну да. От таких подтягиваний очень сильно укрепляется хват, потому что, блин, на последних разах уже просто пальцы разводятся. И чем больше вы будете заниматься, делать подтягивания, тем сильнее у вас будет хват, и тем сильнее вы сможете человека за шею взять и сломать ему кадык. Ребят, показываю выход на ноги, это новый элемент. Нужно выйти на ноги не на 2 руки, а на 2 ноги. Смотрите, как делается. Кто сделает, тот молодец. Это не новый элемент, ну да ладно. Ну вот, короче, легко получается, потому что я уже занимаюсь 50 лет, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк моему трюку и попробуйте сделать. Пока!